Спасибо всем участникам. И надеемся, что будет каждый год собираться такая большая аудитория, будет проявляться интерес к этому мероприятию. Мы ежегодно традиционно в нем участвуем и будем участвовать. Жаль, кстати, что в Казани почему-то вы больше не хотите проводить. Да там два банка осталось. Но я надеюсь, что здесь это будет там и следующие 15 лет. Будем надеяться, что мы встретимся все на 30-летии и приглашаем всех на наш стенд и на наши доклады. Будем всех видеть и ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо огромное. Как Центробанк решит, сколько банков будет у нас на рынке? Это и будет, от этого и будет зависеть, сколько еще лет проживет наш форум. Но пока давайте двигаться дальше, под ваши аплодисменты. Дарья Вереснякова, директор по развитию продукта компании SafeTech. Пожалуйста, Дарья. Сюда приятно видеть девушек, но и когда вы говорите, что мероприятие. Пожалуйста, Дарья. Девушкам как приятно на таких мероприятиях. Здравствуйте, приветствую всех в Екатеринбурге. Традиционная компания SafeTech участвует уже много-много лет. Спасибо большое организаторам, потому что такое одно из самых крупных и значимых мероприятий региональных, на которые мы ездили и будем ездить обязательно. Но сегодня, наверное, многие нас знают, а сегодня мы расскажем много очень реально новых и интересных кейсов. И для затравочки, так, через пару лет у нас не будет больше банков в сфере диджитала, ни смс-очек для подтверждения документов. В секторе малого, среднего и микробизнеса не будет USB-токена. А вот почему, я расскажу об этом в 13.20 или где-нибудь у нас на стенде. Всем большое спасибо за то, что пришли, и всем удачного продуктивного дня. Спасибо огромное, Дарья. Под ваши аплодисменты Максим Болшин, заместитель директора департамента ПО РСБАН, компания Stars of Love. Если Максим пока не вижен, а вот вижу все дальше. А Михаил Крымский, советник генерального директора компании RTLAS, тоже пока не видела еще. Иван Чупов, ой, Иван. Давайте. Коллеги, добрый день. Меня зовут Иван Хорошун. Представляю компанию RTLAS. Наверное, всем известно. Она дочерняя компания Ростелекома. Наш основной продукт «Аргориометрия» и дополнительный адаптер госсервиса. На рынке мы недавно, но врываемся стремительно. Готовы банкам помогать запуститься с 1 июля. Тестовый стенд в холле. Пожалуйста, подходите весь день. Я здесь. Михаил Крымский в 15.20 выступит. Подробно расскажет об этой технологии. Всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо огромное, Иван. Под ваши аплодисменты Михаил Сарага, заместитель директора компании «Элма». Пожалуйста, Михаил, тоже вам пару вольных слов. Спасибо большое. Очень рада посещать Екатеринбург, посещать ваши события. Сегодня мы представляем вендоры, мы представляем систему BPM, но мы решили не рассказывать о себе вообще. Мы решили рассказать о счастливом банке, который за 3 года прошел цифровую трансформацию всех бизнес-процессов. Мы подумали буквально в последний день, когда меня уже завели как спикера, мы подумали, наверное, слушать замдиректора, слушать там продавцов совсем неинтересно, поэтому со мной приехала Александра Лощенова, наш руководитель группы внедрения. Она запускала этот проект, сейчас его курирует, и она из первых уст расскажет, как банк развивался, как банк вырос и чего он достиг сейчас. Будем рады вас видеть на направлении, как оно у нас называется, совершенствование бизнес-процессов, 15.40. Ждем вас. Спасибо огромное, Михаил. Под ваши аплодисменты Ибрагимов Рушан, начальник отдела по развитию и продажам корпоративных решений компании «Вестелком». Пожалуйста, Рушан, тоже несколько приветственных слов участникам форума. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Я на самом деле очень долгое время проработал в финансовой сфере, вот, поэтому банковская сфера, она мне близка, интересна. Я сегодня представляю компанию Билайн. Мы также выступаем в секции совершенствования бизнес-процессов. Подготовили для вас контент полезный именно по нашим продуктам, которые нацелены на упрощение, на совершенствование бизнес-процессов. Выступаем мы в 16.00 в
ждем вас на нашем выступлении. Я уверен, что оно для вас будет полезным. Вот, спасибо большое организаторам. Ждем вас. Я вам представляю следующего спикера, он точно из зала, это Дмитрий Абалмазов, руководитель отдела продаж компании «Ставкор». Пожалуйста, Дмитрий, аплодисменты вам за большое выступление. Здравствуйте, уважаемые коллеги, рад всех приветствовать. Представляю компанию «Атомбезопасность», больше мы известны под брендом «Ставкоп». Если в двух словах, то эта система тотально контролирует каждое действие пользователя, а благодаря технологиям, которые используем, позволяет нам получать отчеты, различные алерты в двух разрезах. Это информационная безопасность и оценка эффективности сотрудников. Доклад будет у нас в 12.00 в зале номер 2. Тема будет доклада, так скажем, такая дискуссионная. Мы шла и группу сторожить. Вот. Также у нас есть стенд в зале рядом с кофе. Подходите, мы не только расскажем, но и покажем, продемонстрируем. Всем большое спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. Я приглашаю Андрея Луцковича, директора компании «Фродекс». Он в Ивани вот здесь. Пожалуйста, Андрей. Спасибо. Приветствую всех участников конференции. Уже много было сказано хорошего о организаторах. Я, в свою очередь, только совсем согласен и добавлю, что как-то получается сделать мероприятие очень современными, что ли. То есть они уютные и современные. Это отлично. Я хочу пожелать, чтобы оно так и оставалось, чтобы мы всегда были на переднем крае от всех этих мероприятий. А мой доклад, собственно, о чем? О проблеме, которая, наверное, действительно есть. Это мошенничество в банковской сфере. Мы помогаем бороться с этим. Если посмотреть на отчет Центробанка, то по прошлому году то в среднем 400 миллионов денег, на 400 миллионов похищается мошенниками. То есть мой доклад о том, как с этим бороться, что делать и какие, как выглядит, куда уходят деньги, собственно. Вот приходите, 12.20, второй зал, ждем. Спасибо. Спасибо огромное, Андрей. Я приглашаю Григория Акунова, руководителя направления информационной безопасности компании «Ростелеком». Пожалуйста, Григорий, вам тоже несколько вопросов. Всем добрый день. Григорий чуть попозже подъедет. Да. Компания «Ростелеком» рада приветствовать вас на сегодняшнем форуме. Будем ждать вас во второй секции. Сегодня мы расскажем вам о наших решениях, которые позволят повысить безопасность в сфере информационной безопасности банков. Вторая секция. Пожалуйста, приходите, будем ждать. Спасибо огромное. Ваш аплодисмент Александр Ермакович, руководитель направления Касперский Брат Превеншн лаборатории Касперского. Есть ли Александр в зале? Пока, видимо, нет, потому что его выступление только в 13.00. А пока вот ваши аплодисменты, я рада представить спикера, который точно должен быть в зале. Это Александр Маликов, директор по продажам региона Востока компании Orange Business Services. Пожалуйста, Александр. Здравствуйте. Orange – компания глобальная. Мы очень много работаем с банковским сектором. Пожалуй, самый наш большой клиент – это именно банки. Поэтому мы даже сами являемся финансовой организацией немножко, поэтому понимаем, о чем идет речь. Сегодня мы расскажем о наших компетенциях в области безопасности, поэтому вторая секция. До обеда чуть-чуть расскажу интересного по поводу того, что мы можем вам предложить. Спасибо, Александр. Александр и компания Orange, как и предыдущие спикеры, выступают в блоке обеспечения безопасности. Еще одним спикером будет представитель отдела К. Поэтому тоже наша такая добрая традиция, их приглашать, они прям работают на передовой, постоянно занимаются расследованием киберпреступлений, и тоже много чего интересного сегодня заготовили, есть обычные практики, что вот здесь сейчас происходит в регионе, поэтому заглядывайте к ним на секцию, они будут очень рады. Ну и спикеры последнего нашего блока «Поиск новых возможностей». Под ваши аплодисменты Павел Ким, главный специалист отдела продвижения продуктов компании МТТ. Пожалуйста, Павел, тоже можете приветствовать. Доброе утро, коллеги. Рад всех приветствовать. Меня зовут Павел Ким, я отвечаю в компании за онлайн-продвижение, за включение новых заявок. И тема моего выступления сегодня – это как выстроить единую коммуникационную сеть, как снизить расходы на телефонию и как увеличить продажи. Поэтому всех жду, второй зал, 15.20. Всем спасибо, хорошего дня.
Спасибо, Павел, за ваши аплодисменты. Станислав Кутузов, руководитель компании Delta Way. Пожалуйста, Станислав, тоже несколько вводных слов. Спасибо. Добрый день всем. Рад участвовать первый раз в этом форуме. Сегодня я расскажу о таком прикладном кейсе, который мы делали с Банком Санкт-Петербурга. Это виртуальное ипотечное пространство. Надеюсь, всем будет интересно. 16:00. Жду вас. Спасибо. Спасибо, Станислав. Ну а перед тем, как я вам представлю экспертов нашей вводной дискуссии, они тоже вас приветствуют. У нас для вас небольшой сюрприз. Кто бывал на наших мероприятиях, вы, наверное, знаете, что мы очень любим всевозможные фишки, какие-то вещи. И мы подумали, что наверняка все придут утром, еще идет снег, вот какая-то такая непонятная погода. И нам захотелось вас взбодрить, чтобы вы точно зарядились энергией, точно прям на 100% были заряжены на ту работу, тот поток информации, который мы для вас заготовили. Поэтому раз, два, три, начинаем. Светлая начинает работать, вы будете впитывать всю эту замечательную информацию, о которой вам так долго рассказывали. Итак, поехали. Зарядим утро, рубим, качаем. К нему и сыграть вместе с залом, вместе с нашей музыкантами. Thank you.
спасибо. Что ж, раз, два, три. Точно невозможно будет уснуть, точно можно впитывать информацию, которую мы для вас заготовили. Ну а мы под ваши аплодисменты рады представить вам спикеров нашей вводной дискуссии. Они тоже поприветствуют вас и уже займут свои места в зале. Итак, Михаил Гаврилов.